Итак, дорогие друзья, у нас продолжается серия прямых трансляций с футбольного поля Дворца спорта «Янтарь», где у нас идет первый тур первенства Union Russian Events на призы Александра Панова. Играет конференция А. Помогает мне вести трансляцию капитан команды «Транскредитбанк» Андрей Ёжиков. Андрей, расскажи, пожалуйста, нашим телезрителям о том, какое впечатление от себя пока оставили команды «Интеррау» есть, потому что у нас вот некоторые матчи в серию прямых трансляций не попали. Ну, про «Интеррау» есть могу сказать, что видно, команда привыкает и к полю, и к системе турнира, к формату турнира. В двух первых играх они взяли одно очко с «Татнефтью». Со «Связным» команда допустила действительно стратегическую ошибку, позволив противнику проводить контратаки. Но здесь, опять же, связано с тем, что они первый раз, в жизни увидели команду «Связного». На их удочку очень многие попадают. И вот сейчас третья игра, она, мне кажется, важна в психологическом плане и для той, и для другой команды. Потому что «Рау» есть новичок турнира, все-таки для поднятия тонуса должен одержать хотя бы одну победу в первом туре. А для команды «Спецсвязи», которая взяла 3 очка из 6 в первых двух матчах, чтобы продолжить борьбу за медали и победу в турнире, о чем они мечтают, сейчас жизненно брать 3 очка, иначе лидеры могут уйти в отрыв. Поэтому я думаю, что «Спецсвязь» будет активно действовать в атаке, стараться прессинговать ребят с команды дебютантов. Ну, а для «Рау» есть главное не рассыпаться, как это произошло на первых 5 минутах со «Связным», когда они пропустили 3 мяча. Вот сейчас первый фол у команды «Спецсвязь», первый штрафной. Вот. Ну, такой оценочный эпизод. Показалось, что 21 номер «Рау» есть как раз специально сыграл в соперника, чтобы начать атаку самому. Даже мне показалось, судья так это удивился этому розыгрышу. Итак, пройдено где-то 1,5 минуты с начала матча. Сейчас мяч у футболистов «Рау» есть. Они начинают свою атаку. Переходит в центр поля. Ну что же, будут держать мяч или стараться быстро доводить дело до удара. Сейчас потери, но уже трое вернулись назад. Удар мимо цели. Вот Холодков решил проверить вратаря соперников. Пока мимо ворот. Вот, потеря у «Рау» есть. Посмотрим сейчас, как команды проведут стартовый отрезок. Да, ну надо еще сказать, вспоминая предыдущие матчи, что в смешанных чувствах находится команда «Спецсвязь России». Они вернулись в наше соревнование после достаточно долгого отсутствия. Отсутствовали они целый сезон. И первый матч они провели здорово. Они смогли одержать победу над командой «Сбербанк России», которая является командой такой очень молодой, очень бодрой и агрессивной. Ну, что называется, на классе победили. Потом было главное для «Спецсвязи» дерби. Это поединок с Республиканской финансовой корпорацией, которая фактически осталась самым главным соперником для «Спецсвязи» ввиду отсутствия в наших соревнованиях знаменитой команды «Русский винный дом». И «Спецсвязь» в матче с РФК огорчила своих болельщиков. Не удалось одержать победу, не удалось даже забрать одно очко в результате ничьи, в общем, поражение, если говорить более конкретно. Поэтому для «Спецсвязи» тут матч супер показательный. Если они не одерживают победу, то фактически дают сигнал своим соперникам о том, что «Спецсвязь» уже, ну, не та, которой она уходила на перерыв в наших соревнованиях. Качественная игра у «Спецсвязи», ну, пока не напоминает как раз то, что мы видели. Не хватает у «Спецсвязи» очень хорошего игрока Строганова. Но зато блещет Холодков. Только что вручал я ему, кстати, специальный приз «Золотая бутса» за 2013 год. Не знаю, попало это в эфир или нет. Но, в общем, за половину 2013 года Холодков не отличался так, что ему все равно эту самую «Золотую бутсу» организаторы обязаны были вручить. «Спецсвязь России» сейчас в атаке. Погорелов, не удивляйтесь тому, что он так далеко выходит за пределы собственной штрафной, находится в центральном кругу. Это Андрей Погорелов. Он так играет уже, ну, на протяжении нескольких лет точно. И никого это абсолютно не смущает. Ну вот здесь, правда, могла быть ошибка. Но не повезло бьющему игроку
Интер Рао ЕС. Впечатления об Интер Рао ЕС пока такие очень смешанные. Однозначно что-то сказать об этой команде тяжело. Вот сейчас возможность для того, чтобы забить. Не заканчивается она ничем. Воробьев на перехвате. Снова Холодков. Он может и отсюда ударить. Вот и ударил. Там чуть сервисмена не лишил чувств. Андрей, что можешь ты сказать по первым минутам? Как тебе игра? Лучше ли смотрится Интер Рао ЕС? Лучше ли смотрится спецсвязь по сравнению с предыдущими матчами? Ох, какой момент у Латфулина был. Ну, я думаю, что Интер Рао ЕС нужно было просто после двух игр успокоиться. Потому что держать мяч они умеют. Вот сейчас хорошая контратака. Ребята мяч разыгрывают очень недурно. И я вот смотрю, что уже, так сказать, 2-3 раза у них... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Но это вратарь. Это, так сказать, и гол великолепный. Честно говоря, вот так и не понял, зачем вратарь в начале этой атаки так далеко выскочил из ворота. Затем побежал на центр ворота, не перекрывать угол от Холодкова. Вот наказание. Опять получается, в самом начале первого тайма придется команде Рао ЕС отыгрываться. А это задача не из простых. Ну вот сейчас возможность. Крестовина. Нет, все было в пределах правил. Все было в пределах правил. Контратака команды спецсвязь. Смещается игрок в центр, бьет. Вот. Сейчас у команды спецсвязь появляется хорошая возможность, даже оставив Холодкова впереди, втроем защищаться за счет того, что у них ребята опытные, играть в защите умеют, и они вполне могут продемонстрировать такой футбол. Что касается Рао ЕС, для ребят сейчас очень важно забить гол. Вот вспоминая предыдущую игру, когда они из 0-3 сумели один мяч отыграть, перехватили инициативу, было несколько моментов сократить разрыв до минимума, а затем пропустили гол и все, опустили руки. Вот сейчас такая схожая ситуация, что нужно забивать ответный гол. Вот возможность для удара. Нет, очень цепко здесь ребята со спецсвязи действуют на линии штрафной площадки, не дают вообще простору соперникам. Грамотно располагаются. Три игрока вблизи своих ворот, и Холодков встречает соперника около центральной линии поля, не давая возможности разыграть. Ну вот сейчас хорошо сместились, да. Вот сейчас, несмотря на то, что у есовцев это вторая игра подряд, становится заметно, что у них превосходство в скорости. Превосходство в скорости, они помобильнее, и вот эти подключения краями в атаку приносят успех. Сейчас... мяч у них, они контролируют его центральной линии поля. Серия пасов через вратаря и потеря. Совсем забыл я вам, дорогие друзья, рассказать о составах. И вот сейчас спешу эту свою ошибку исправлять. Представляю вам команду Интер Рао ЕС. У них играют... сейчас опасный момент был. Погорел, вы быстро на Холодкова скинул. Отвлекусь я все-таки о составах. Пока не закончится этот момент. Еще одна скидка будет. Но вот вроде бы стало поспокойнее. Начинаем насчет Интер Рао ЕС. Номер первый. Голкипер Андрей Ефимов. Второй Максим Барановский. 11-й Алексей Листопад. 12-й Эдуард Ярусов. 15-й Дмитрий Малышев. 19-й Данил Карпов. 21-й Алексей Колбанов, 22-й Алексей Трофимов, 29-й Святослав Судаков, 30-й Сергей Солота и 10-й номер Антон Карпинский. Играют за команду спецсвязь сегодня следующие. Номер 5-й Сергей Иванов, 12-й Рустам Латфулин, 9-й Константин Курский, 6-й Александр Воробьев, номер 4-й Денис Холодков, 10-й Денис Антипов. Без номера Игорь Егорушкин и голкипер Андрей Погорелов, номер первый. Я о нем уже говорил достаточно много. Кстати, вот Антипин Денис у меня в заявке числится, но вот как-то я его не замечаю.
Ну ладно, может быть, это следствие того, что давненько я не видел игру спецсвязи. Надо отметить, что Рустам Латфуллин вырос за время его отсутствия. Сейчас такая ошибка была, ненужная штанга спасла ворота спецсвязи. У нас сейчас перерыв. Как раз закончу я свою мысль насчет Рустама Латфуллина. Очень он вырос как футболист. И тренер ему намного больше времени игрового сейчас доверяет. С чем связано? Ну, вероятно, тренировался он хорошо. Больше всех остальных игроков своих прибавил в весе, ну, прибавил качественно и теперь еще более мощным выглядит. Вместе с этим пластика определенная добавилась. Так что вот его индивидуально не отметить было бы неправильно. Ну, перерыв. Что примечательно, встречаются две команды с более-менее значимыми скамейками, поэтому с течением времени не думаю, что будет спад в игровом темпе. Ответственно, команды подошли, и пока игра очень интересная. Ну что ж, впереди вторая 10-минутка. Как мы видим, тренеры обеих команд дают указания на вторую половину матча. Со стороны могу сказать, что пока ситуация для проигрывающей команды, для РАО ЕС, не катастрофическая. Моменты у них были. Причем, так сказать, в концовке тайма была отличная возможность сравнять счет. Вы видели, защитник опрометчиво решил вернуть мяч вратарю. Последовал перехват и удар в штангу ворот. То есть здесь главное забить, а там пойдет. А что касается спецсвязи, то ребята знают, что делают. У них за плечами богатый опыт игр в наших турнирах. Поэтому они спокойно сейчас подходят двоих нападающих к мячу. И сейчас начнется вторая половина встречи. Пас назад. Ну вот что же, в активный прессинг. В активный прессинг пошел ЕС. Ох, хорошая передача. Очень четко вратарь. Нельзя не сказать, что это как раз такая комбинация в стиле Транскредитбанка. Только на месте Бонадысинга выступил сейчас Холодков. Но Холодков оказался не Бонадысинга, поэтому не забил. Ну, в общем, ты как раз четкий такой момент и комбинация в стиле Транскредитбанка, капитаном которого является мой сокомментатор Андрей Ежиков. Ну, в общем, если будете встречаться, то будет, получается, личное противостояние двух любителей поиграть головой в чужой штрафной. Ну что ж, ждем красивого футбола. Андрей, перебила тебя на полуслове. Да нет, ничего. Как раз про себя подумал, что возвращение в строй Андрея Бонадысина, кстати, ну, по сути, это обладателя бронзовой бутсы этого сезона, придаст нам новый импульс в дивизионе 1 плюс 5. Ну, а сейчас следим за игрой, потому что мяч возле ворот команды спецсвязи. Хорошая передача. Не рискнул форвард бить. Сразу решили доводить до верного. Вывели на ударную позицию защитника. Тот метил в верхний угол, но не попал. Ну, а вот сейчас в результате этого не успел вернуться. И Холодков едва не наказал команду ЕС. Едва не забил второй гол. По-моему, показывает судьям, что был угловой, но те ему на слово не поверили. Так, ну, выслушали моего мнения по произошедшему эпизоду. Но, опять же, мнение арбитров от этого не поменялось. Но вот сейчас, я думаю, судья должен назначить штрафной. Активно так руки распустил Холодков. Игрок вообще эмоциональный. И сейчас вот как раз наступает та ситуация, когда своей активностью ЕС может добраться и до шестого пробивного фола. Половину они уже сопернику выдали. Три нарушения персональных у спецсвязей. Сейчас штрафной. Ну что, будет удар, судя по всему. Удар, да? Было видно по разбегу, но мяч прошел мимо ворот.
Голкипер спецсвязи длинно выбрасывает мяч головой во вратарскую. А вот Холодков как раз остался на линии, не пошел на пятак. Ну что, надо сказать, что игра получается в целом интересная. Я надеюсь, что вы, дорогие друзья, разделяете наше мнение. Ну вот сейчас точно будет поставлено угловой, даже Холодкову не придется свое профессиональное, экспрессивное мнение высказывать нашим дорогим судьям. Здесь все было как раз очевидно. Угловой — великолепная возможность для спецсвязи. Это спецсвязь — команда, которая много назабивала со стандартов. Ну вот сейчас немножечко не удалось. Будет сейчас спорный такой угловой, но судья все видел. Мяч уходил от ноги защитника, который пытался сблокировать этот удар. Ну а сейчас выпад. Ну вот он шанс, выход к воротам. Но! Ай-яй-яй, какой момент! Сейчас Холодков, с одной стороны, выручил, прервал передачу уже на пустой угол, но мяч от него покатился вдоль линии, и после двух рикошетов здесь смогли его выбить на угловой. Перехват. Не спешат игроки спецсвязи, подержали мяч. И только вот сейчас... Да, и даже не стал переходить в центральную линию поля, потому что... Упустил мяч за боковую линию. Расположились на половине поля соперника игроки РАО ЕС. Серия передач. Занимает свою позицию. Удар. Нет. Заблокировали этот удар. Новый заход на цель. Ну что ж, очень любопытно. Интер РАО ЕС выравнивает эту игру. И сейчас на самом деле смотрится отнюдь не хуже спецсвязи. Холодков издалека ударил, но здесь слишком дальняя дистанция до ворот. И я вас уверяю, дорогие друзья, что спецсвязь... Это не тот случай, когда спецсвязь осознанно дает инициативу в руки Интер РАО ЕС. Спецсвязь России никогда не умела играть от обороны, никогда этого не скрывала, и поэтому никогда не стремилась так играть. Вот за все время, что я смотрю футбол, ни разу спецсвязь России не играла на удержание счета или от обороны. Поэтому то, что происходит на поле сейчас, это заслуга активности команды Интер РАО ЕС. Поверьте мне, и надо отдать ребятам должное, потому что в матче с таким непростым соперником Интер РАО ЕС наконец-таки начинает показывать себя и открывать свои сильные стороны. Не совсем, точнее, даже не получаются вот эти удары издалека. Пока что-то вообще непонятное с ударами, потому что видно по игре Интер РАО ЕС, что это команда, которая привыкла делать такие скрытые скидки на набегающего игрока. И зачастую они проходят скидки и пятками, и другие обманные такие скидки, но удары оставляют желать лучшего. Холодков сейчас очень острого угла бил, еще надеялся на то, что там ему помогут занести мяч в ворота, но не вышло. Пока Интер РАО ЕС, наверное, не до конца проснулся. По-хорошему, надо бы им потренироваться на этой площадке, если они не делали этого ранее, почувствовать, где находятся ворота. Запомнить инстинктивно поле, чтобы эта аренда стала такой же домашней для команды, какой она является для тех команд, которые уже здесь несколько лет играют. Но все-таки привыкли. Андрей, вот, кстати, вопрос к тебе. Ты рассказывал, что команда проводила контрольные матчи. На этой площадке играли? Нет, мы играли на Сущевке и на ЦСКА. Ну, покрытие схожее. По себе скажу, что покрытие, конечно, имеет большое значение. Это даже, так сказать, у нас те, кто стабильно выходит на поле, высказывали мнение. Но я думаю, что для РАО ЕС сейчас главный вопрос не покрытие, им тут мешает, а соперник. Соперник достаточно сильный. Сейчас, 30, сейчас тайм-аут взяла одна из команд. До конца встречи остается не так уж много времени. Но ЕСовцам нужно идти на последний штурм. Что-то 0-1 или 0-2 – это не принципиально. По крайней мере, во втором тайме несколько...
Голевых моментов они создали, были шансы забить гол и в результате контрвыпадов, и в результате позиционных атак. Сейчас, наверное, на оставшийся отрезок времени задача тренера правильно определить четверку полевых игроков и правильно выстроить тактику. И, как верно было замечено, РАО есть та команда, которая все-таки не очень любит обороняться. Поэтому прессинг со стороны ЕСовцев дает определенные плоды. Посмотрим последние минуты матча. Конечно, очень хочется игрокам РАО ЕС забить гол, потому что в противном случае с одним набранным очком в трех встречах они уйдут по итогам после первого тура на паузу на последнем месте. Ну а спецсвязь сейчас сбивает темп, смотрите, передача на своей половине поля, возврат мяча вратарю, еще один длинный заброс вперед, нет, передача в край, в два касания довели мяч до половины поля соперника и, по-моему, Холодков там с угла пытался переправить мяч в сторону ворот, активно использует вратаря. Он грамотно располагается в 3-4 метрах позади центральной линии, так что все передачи возвратные ему идут со стороны поля соперников, остановки игры нет. Вот сейчас перехватили мяч на половине поля соперника, Холодков в дальний угол, было видно, что сейчас именно вот так будет нанесен удар, и счет матча становится 2-0. Ну что ж, конечно, поздравлять спецсвязь России может быть рановато. Были не до конца четкие свистки судьи, поэтому, видимо, тайм-аут решила взять РАО ЕС. Сейчас в руки одного из игроков вручена оранжевая манишка, которая будет отличать его от всех остальных, чтобы видели наши уважаемые арбитры, кто может на поле внутри своей штрафной трогать мяч руками. Словом, выпускают РАО ЕСовцы полевого игрока вместо голкипера. Я долго думал, решится ли команда. Думал, что не решится, потому что, ну, когда приезжает дебютант, все-таки идти на такие смелые шаги, не все могут. Но вспомнил сейчас, что все-таки есть Федор Воронин, тренер у Интер РАО ЕС, который человек здесь отнюдь не новый. И вот он принял такое волевое решение. Насколько реально отыграть два мяча за столь малое количество времени, потому что его действительно осталось совсем мало. Но говорить я не берусь. Возможность небольшая. Чудеса случаются, да, и такое иногда бывает. Ну вот сейчас раскатывают Интер РАО ЕСовцы. Самое главное им не потерять мяч. В принципе, это в игре с любой командой самое главное, когда выпускаешь полевого игрока вместо голкипера. Но с спецсвязью особенно, потому что у всех футболистов удар поставлен очень... хорошо. Мне показалось, что все-таки должен был быть угловой, потому что там мяч одновременно ударился и о штангу, и о руку Погорелого Андрея. Но, может быть, я ошибаюсь. Да в любом случае не станет этот момент решающим в игре. Решающим стал вот второй гол Холодкова, который при всех своих габаритах на мизерном участке поля сумел развернуться, мяч и корпус переложить и выпалил без шансов для вратаря абсолютно. Через Погорелого играют, но вот может быть сейчас приходит тот момент, когда спецсвязь не торопится и так наполовину на удержание счета играет. Ну, по крайней мере, играет она расслабленно, ни к чему не обязывающая себя, не заставляя нервничать своих болельщиков. Контратака может получиться у ЕСовцев. Подзатянули. Да, и вот здесь чуть опасный рикошет не случился. Погорелов вмешался в игру. Удар отбил. Ну, Интер РАО ЕС надо хотя бы ударом опасным потрепать нервы Погорелову. Ах, чуть-чуть не хватило. Еще один мощный удар. Здесь столкнулись у нас игроки-то, да? Желтую карточку Холодкова. Но вот стоило ли ему здесь фалить на желтую карточку? Ну,
Абсолютно очевидный ответ. Он свалил. Ну, против него сыграли его же эмоции и нервы. Выигрывать 2-0, держать все под контролем и желтый свет перед собой увидеть. На самых последних секундах огромная ошибка, но все равно мы поздравляем команду «Спецсвязь России». Продолжается наша серия прямых трансляций.